Готель «Побужжя» в самому центрі Хмельницького. Зручне розташування дозволяє без проблем дістатися у будь-який район міста. Однак відгуки про готель зовсім протилежні. Спасибо, доволен. Цена, качество очень удобно. Давно нуждается в ремонте и новой мебели. Подходит для транзита и командировок. Грязный санузел, обделанные матрасы, тараканы в номере, за стоянку нужно доплачивать отдельно. Что с этого правда, а что не, проверить ревизор. Идемте, будем жить. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, и я ревизор. Не чекали? Вас как зовут? Алина Йосипівна. Я приехал к вам жить и провести ревизию в одном из номеров. Молчание – знак сгоды? Есть у вас номера? Есть. Есть? Да. Покажете? Ой, покажем. А что так тяжело вздыхаете? Показывать? Ну, уж там нечего показывать. Как это нечего показывать? Люди ж приезжают, живут? Живут. Ну и как живут, в каких условиях? Не очень. Принаймні чесно. Кстати, сколько стоят номера? А, вижу приз, курант. Двухместный номер – 120 гривен, трехместный номер – 180 гривен. 300 гривен – самый дорогой номер, полулюкс. Есть полулюкс, а люкса нет. А что входит в стоимость номера? Проживание, все. Завтрак? Нет. А интернет есть? Интернет есть. Wi-Fi есть? Wi-Fi есть. Ну что, будете мне показывать номер? Ключик дадите? Вы какой хотите. Ну хорошо, я не буду вас мучить. Тем более, что наш тайный покупатель уже был здесь и получил ключи от номера. Вот они у меня в руках. Спасибо вам, что хотели показать. Я пойду к себе в номер. А как идти в номера? Налево, там есть лифт. Ага. Поднимаетесь на 8-й этаж. Вы даже знаете, на каком этаже? Да, 82-й. Вы экстрасенс? Да. Почему? Я же подселяла человека 82-го. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Родной город, улыбнись, написано на зеркале. Заходим, улыбаемся. Набилися, як у рукавичку. Выходим. 81-82, я вижу, ну туда. Але спочатку роздивимось навколо. Иконка стоит сразу. Такой небольшой иконостас на электрощитке. Это чтобы электричество работало, наверное. И воно дійсно працює. Голубь сидит. А для когось цей готель – домівка. Навіщо пташку зачепив? Вона ж у справах сиділа. Голубіні яйця. Завтракати ведь нет. Завтрак? Нет. Вот два яйца. Практически перепелиные. Интересно, вернется на сетку. А вон еще одна. Их тут было. То це готель для пташок? А кто за цими квартирантами послід прибирати буде? Смотрите, сидит и терпит. Вот что означает настоящая мать. Боится, но терпит. Сиди. Хоча голубам у готелі точно не місце. А вид? Посмотри, какой вид. Университет видно. Вот это город-сад. Вот он. Каштаны цветут. Красота. О, голубь вернулся. Все хорошо. Воцарился мир. Як голуби живуть, побачили. Подивимось, як живуть люди. До номеру. Мне сюда. Цифры отпали. Одна двойка. Без света и не поймешь. Так. Номер, который я вам показываю, стоит 140 гривен за двойное размещение. 70 гривен слева, 70 гривен справа. Все остальное считается бонусом. И какие же бонусы подготовил готель «Побужжя»? Бонус из старых обоев. С чем они все? Тут батарея текла или из окна текло. А в батарее вон паутины. Много. А на полу что? Кровь. Варенье. Оно липкое. И перчатки прилипают. Черговый бонус. Сумнівний десерт від готелю. Тут все. Крошки, пыль. Вот.
Я подозреваю, эту дорожку никто никогда не вытряхивал. От и проверим у подозры. Я говорю, что ее никто не вытряхивает. Смотри, кусок фольги, облезлый кусок картона, вот сюда буду складывать. Семечки, опять же, грызли. Пыль везде. О, пыль и грязь. Килограммами. Волосы. Богатый улов брудо. Линолеум лежит на паркете. Паркет облезлый, старый, линолеум продранный, стоит кровать. Про ремонт у цьому номері не згадувати. Отодвинь кровать, посмотрим, что за ней. А може не треба? А, ну понятно. Дырка огромная. О, стратегический запас семечек. Запасы на черный день? 10 копеек. Пыль, насекомые, хлебные крошки. Вот что творится за кроватью. Цей бруд місяцями збирали. За шкафом там салфетка валяется. Обои поклеены по принципу «мебель никто не двигает, обои за нее мы не клеим». Вот, край, стык. Экономию тут разумеют буквально. Что это происходит? Это я. Зачем? Хочу посмотреть. На что? Тебе стоит тоже это увидеть. Новые бонусы. Так, что здесь? Сейчас отодвину еще шкаф. Посмотрите на это все. Не отодвигается. Кровать подниму. Стоять. Все в паутине. Полез. Мама. Мама? Это уже не мама, это нет, святые угодники. Я такого не видела. И у ревизора, и у шеф-редактора тимчасово мову відібрало. Вы посмотрите на это. Упаковки из-под презервативов. Чай. Надорванная упаковка презерватива. Сигареты. Еще раз сигареты. Презерватив использованный лежит. И чьи-то засранные трусы. Под засранными трусами я нашел майонез. У команды истерика від шоку. Уголь, кстати, не помог, как мы видим. Смех смехом, але такий жах на страшнішому сні не побачишь. Ну вот это нормально, вон. Это что такое? Комплекс про витаминов. Кто-то витамины еще принимал. Значит, витамины, уголь, чайком запили, вот он. Ну и майонез. Украшение любого стола. Я нахожусь в отеле, а не на помойке. Никто никогда не отодвигал этот шкаф. Всем наплевать, что за ним происходит. А здесь он, гроздями пыль. И говна куча. А ревизорові тут ще ночувати. Шкаф тоже близко. Что такое? Нашому Андрієві від цієї гидоти стало зле. Что такое? Идем, я тебе покажу, там еще крупный план надо снять. Идем. Я уже сделал. Вот так вот. Вот видите, какой я крепенький, а? Люди вон уже задыхаются, а я лезу в недра. Ще й спати в цьому бруді доведеться. Перечень того, что есть в номере. Как его прочесть? Только так? О, шкаф есть. Один. Кровать односпальная. Две штуки. Телевизор горизонт один. Есть. Холодильник один. Есть. Стул два. Стул один. Второго стула нет. Тюль, карниз, люстра на три лампы. Есть. А презервативы где? Чай. Трусы. Где это? Це ж бонусы. Одеяло. Вот какого оно цвета? То, что было зеленым, стало коричневым. То, что было бежевым, тоже стало коричневым. Оно похоже на чистое одеяло? Под таким одеялом страшно спать. Лучше замерзнуть. Второе не лучше. Тоже все. В пятнах, в пыли. Что это за след собаки Баскервилей? О, отпечаток. Посмотри, сколько крови. Называется, после этого говна, которая была за шкафом, да уже и кровь на одеяле не так страшна. Такая дребничка. После всего. Третье одеяло. Две кровати, три одеяла. Называется, выбери, которое тебе по душе. Одно непонятного цвета, второе в пятнах. Третье с дырой. В принципе, если немного дорвать, это можно просунуть голову и носить как пончо. Ну а что, такой мексиканский народный костюм. Якщо чистота цього пончо не хвилює. И вот этот номер сдали. Что там?
Бутылка? На шкафу? И чому цей бонус вже не дивує? Как этот номер можно сдать? Как его? Приходила, проверяла, убирала в нем горничная. Это самый адский номер в нашей стране. На улице 2015 год. И пыль здесь копилась 2015 лет. Ты что, свет? Свет хоть горит. Люстра новая. А что на ней? Пыль. Тут без неї ніяк. Подушки. С пятнами крови. И на вот это вы должны положить свою головушку. Устали с дороги? Прилягте. Отдохните. Постельное белье. Глаженное. Даже стиранное. Нормально. Хоча б щось тут добре. Простыня двусторонняя. Эта сторона для девочек в цветах. Это для мальчиков. Геометрия. Ну тоже. Вот стиранное-стиранное, а он пятна крови. Комаров давили или клопы здесь. А кто это знает? Кого это волнует? Покрывало. Что на нем видно? А ничего. Видно, что старое? Видно. Видно, что пыльное? Видно. А? Койко-место за 70 гривен. Побужье Хмельницкий. Вместо на матрасника еще одно одеяло. Им накрыли матрас. Вот так. И вот так. Приемных снил. Ты посмотри на этот. Одно слово, матрас. Все остальное что? Разводы. Чего? Мочи. Литры мочи. Тонны мочи, цистерны сюда велись. Годами. Оно цельной конструкции. А, его не сдавали в химчистку, потому что он вот такой конструкции. Кому его вообще можно сдать? Как человеку можно сказать «добро пожаловать»? Как? Відповіді немає ні в кого. Слов нет. Как? Вот как в такое можно зайти, принимать душ? В резиновых сапогах для рыбной ловли. Это общий санузел на два номера. Все в грибке, все облезло. В стоке вон кусок какой-то бумаги лежит. Зато новую шторку повесили. С дельфинчиками. Бедные тваринки. Так как здесь нет света, кто-то принес свечку для романтики. А еще, помимо всего прочего, заныкал пенек. Ну, сейчас свечку зажег, сигаретку закурил. Да и душ уже не такой страшный. Совет от бывалых в Побужье. Тут вода хотя бы есть? Какая модель? Его вообще никогда никто не мыл. Модель. Ретро. И ржа теж ретро. О! Ну что, нормально? Он такой фонтан сверху. Это холодная была. Горячая. Есть горячая вода. Ой, тепленькая пошла. Туалет. Мусорное ведро есть. Прямо между ног. Унитаз. Здесь все в грязи, под крышкой. Ободок вон в волосах. Под ободком никогда никто не моет. Все загаженное. Как здесь сидеть? Вот так? Сел вместе с ведром между ног. Это для чего? Ну, картошку почистить, да? Ну, сел, удобно. Тут достал. И так. Пиу. Пусть лежит. Или в унитаз. Везде грязь. Пыль. Упаковки из-под бумаги. Старое какое-то мыло. Туалетная бумага. Паутина. Фу. Здесь вон. Туалетная бумага, прилипшая на унитаз, висит.
Никакой косметики. Нет мыла. Нет. Есть кран. Грязная дорожка под ногами. О. Тюльпан разбит. Все никому не нужное. Старое, заброшенное, пришедшее в уныние. Все нужно выбрасывать. Абсолютно все. Закрывать и ремонтировать. Это не санузел, это ад. Возможно, кто-то из вас останавливался в этой гостинице. Привлекательная цена 70 гривен за койко-место. Но вот это не условие. В таком жить нельзя. Вы здесь ночевали, я тоже останусь. Переночую как-нибудь. У меня есть спальный. Мешок! Вот он! Так что как-нибудь разберусь. Вас всех прошу на выход из моего шикарного номера. 70 гривен. Поцелуй меня хотя бы на прощание. Пока. Ну все, команда ревизора вся удалилась. Я остался один, переоделся в домашнее. Я думаю, самое время найти горничную. Посмотрим, что она расскажет, когда увидит вот это. Я вижу, что комната горничной находится там, после балкона с голубями. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Вы же знаете, что я у вас в гостинице. Да. Я могу вас попросить пройти ко мне в номер? Можете. Вы же отвечаете здесь за уборку? Ну, не я тільки одна. То вы не одна тут не прибираете. Вы фильмы ужасов любите? Фильмы нет. Заходите, только не пугайтесь. Хорошо. Вы загляните сразу вот сюда. Да, я бачу. Кто его когда рисовал? Круто! Но я его отодвинул сегодня. Ну вот как так? Молчите, мову відібрало. Давайте мы что, берем как-нибудь? Конечно, берем. Что-то с матрасом можно сделать? Ну, это треба его поменять. А вы можете его сейчас поменять? Нет, я сейчас не могу поменять. А есть хоть чем его застелить? Ну просто не будет. Логично. Наташа, вы мне как человек, скажите, вы поспали? Ні, я би не спала. Хоча б чесно. Ну це вам просто повезло, бо ви попали в самий гірший номер сьогодні. Ви знаєте, мені всі так. Це говорять. Я так не показую, що там в гостинице. Мені говорять, у вас самий плохий номер, що ж вам так повезло? Я не знаю, чи сьогодні він останній, і це вже мали в ньому робити ремонт, я не знаю, чого так. А убирають в ньому коли? Я сьогодні прийшла, прийняла зміну. Я до цього номера відношення ніякого не мала, тому що в мене ключики висять, він вважається чистим. Ну, все. Та тут вже 100 змін не прибирали. Давайте будемо убирати. Зараз будемо убирати. Може, 4 руки? Ні, я сама. Ну, прекрасно. Можна сказати, що зміну хтось другий здав. Ну, от в такому номері жити не можна. А пакет у вас мусорного дня? Є. Тоді давайте одразу нести. А ви що, уборкою теж займаєтеся? Ну, послушайте, мне если здесь жить, то как-то приходится. А цей прибирати не будете? Да, за это тоже заплатили. А часто жалуются. Ну, то-то в номере не так, это не так. Жалуются люди, знаешь. Ну, они же кафе не отдвигают, не приходят. Ну да, это только ревизор делает обычно. Да. Тобто за шафами можно и не прибирати. Это только в телевизоре отдвигают шкафы. А в готелі побожжя ніколи. Такій прибиральниці ревізор не довіряє. Хочеш чистого номера – прибери сам. Тобі ж тут жити. Ну що, от і убрали мій номер. Пахне хлоркою, тряпкою промахнули. Саме время ложиться спати. Роздіватися не буду, буду спати в одежді. Спокійної вам ночі. Це не ночі, це здівательство. Кровать жесткая, скрипит, соседа слышно. И здесь такой вид из окна. Так выглядываешь и думаешь, поскорее бы уже на улицу. Все показал, ночь провел, и я принял решение. Я провел ревизию и переночевал в отеле «Побужье» в Хмельницком. Экстерьер. Серое, невзрачное многоэтажное здание в центре города. Интерьер.
допотопный. Кровати, тумбы, шкаф разваливаются. Ужасные туалеты, душ общие на два номера. Цены. 140 гривен за двухместный стандарт. Завтрака нет. Обслуживание. На рецепции встречают приветливо. И честно признаются, что номера у них не ахти. Ночью мне пришлось вызвать дежурную Наталью, чтобы она убрала у меня в номере. Потому что жить в такой грязи невозможно. Особенность. Это первый отель, в котором я нашел голубиные гнезда на балконе. Но хотя бы голубям здесь живется уютно. Чистота. Ее нет. Здесь не убирали, не двигали мебель и не меняли матрасы годами. Отель «Побужье» в Хмельницком – пережиток прошлого. Его нужно срочно закрыть на ремонт. Поменять мебель и, наверное, руководство. Но вы сами это все знаете. Ключи от номера. Мы все знаем. Ну, можно? У нас не совсем, вы говорите, отель. Мы гуртожиток. Даже так, если вы общежитие, это не означает, что должна быть грязь в нем. У нас новое руководство, у нас новый молодой директор, который берется за работу. Угу. И мы надеемся, что, конечно, благодаря ему это все будет сделано. Но просто сразу он этого всего сделать и исправить не может. Закрывать на ремонт, менять мебель и убирать надо. У вас полное заселение. А пока ревизор не рекомендует отель «Побужье» в Хмельницком. До свидания. До свидания.